Еще вчера речка, велосипеды, друзья. Сегодня тетради, учебники и перемены. В Химках, как и во всем Подмосковье, прошли торжественные линейки. В актовом зале школы «Флагман», как и по всей стране, День знаний по традиции начался с гимна. Учеников, родителей и педагогический состав поздравил глава городского округа Дмитрий Волошин. Мы, в свою очередь, как городские власти, будем продолжать строительство новых школ, капитально ремонтировать старые школы, совершенствовать систему образования. Примите от меня лично, от всей администрации города, самые искренние поздравления. С праздником, с Днем знаний! В этом году химкинская школа «Флагман» отмечает 10-летний юбилей. Яркие, комфортные классы, современное оснащение и, конечно, профессиональный педагогический коллектив. Поздравления принимают учителя, которые работают здесь с самого открытия. Одна из них – педагог английского языка и по совместительству классный руководитель Залина Кабулова. В этом году она выпускает своих учеников. Настрой очень хороший, конечно, все. Год будет сложный, потому что 11 класс, хочется ребят поддержать. Но я думаю, что все будет хорошо. В этом году за парты химкинских школ сядут почти 4000 первоклассников. И у них все еще впереди. Дружба, экзамены. А вот для 11-классников, наоборот, уже многое позади. И этот год решающий, ведь нужно определиться с выбором профессии. Сдать экзамен, но успешно поступить в стоматологический вуз. По возможности. Только вот такие цели у меня в этом году. Как вчера помню, что я шла в 5 класс с мамой и папой за ручку, с цветами классному руководителю. Это были, ну, тоже незабываемые ощущения. Новый учебный год с нововведениями. Ученикам теперь официально запрещено пользоваться телефонами на уроках. Вместо уроков ОБЖ будут преподавать основы безопасности и защиты Родины. Появится новый предмет – семьеведение. А на уроке «Технология» упор сделают на практические навыки, а не на теорию. Олег Тюрин, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости. Химки ТВ.